Эй, hey, приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Ангарей. И пусть сегодня в твоей душе станет чуточку теплее с игры Project Hospital. Hospital. Немножко мы возвращаемся с первыми взглядами на этот канал. Давненько у нас ничего не было, было плотное прохождение цивилизаций, плотное прохождение романса идет до сих пор. Пока что все начатые партии цивилизацию закончены, записаны. Немножко я звук еще попущу. Возможно, кто-то помнит старенькую игру Team Hospital для PS1, и на ПК вроде бы ее тоже выпускали. Скорее всего, это, судя по внешнему уже оформлению, некие последователи, но, скорее всего, которые здесь делают более серьезный проект. Не такой комедийный. Так, пойдем обучение, потому что, скорее всего, все-таки в подобной игре, я думаю, будет все куда посерьезнее, чем в обычной. Вот эта игра, кстати, прикольная достаточно, такой мультяшный стиль. Вполне себе неплохой. Так, привет, босс. Спасибо, что вернулись помочь нам. Мы знаем, что у вас были свои причины для выхода на пенсию, но нам действительно пригодится кто-то с вашими талантами. Ага. Тут некоторые проблемы с персоналом. Помогите нам с парой пациентов. Сначала давайте поближе посмотрим, что происходит. Вы можете приблизить камеру. Ага. Также можете изменить, что все стены отображаются, прикрывая обзор. Измените вид на вид сбоку. А, вот. Стены были убраны, получается. Хорошо, теперь выберите пациента, который терпеливо ждет нас в кабинете врача. Это карточка пациента. Она представит вам всю важную информацию. И вы сможете управлять отсюда тем, что происходит с пациентом. На правой стороне вы найдете историю последних 8 выбранных персонажей. Ага, вот они. Если вы нажмете на портрет левого персонажа, то камера переместится к нему. Окей. Можете выбрать, кто будет ответственен за вашего пациента. Либо ваш персонал позаботится о них, либо вы можете заняться им лично. Вау. Давай-ка возьмем этого пациента под вашу опеку. То бишь здесь, помимо стандартных врачей, я типа тоже врач, я могу прямо под опеку взять. Ну, допустим. Угу. Под опеку только не дает мне взять. Верхняя часть карточки отображает персональные данные пациента и привязку к отделению. Панель под потребности справа показывает уровень удовлетворенности. Да, удовлетворение, общее, дискомфорт, нужда, ну и голод. Забавно, что нет какого-нибудь, знаете, стресса от самого болезни или болезни. Ниже вы можете увидеть особенности и причуды персонажа. Ниже это где, интересно? Вот это маска какая-то. Следующая панель показывает все диагнозы, которые соответствуют известным симптомам пациента, начиная с наиболее вероятного. Выбор диагноза сделает его окончательным. Возможные диагнозы. Грипп, аллергический ринит. Понял. Эта панель отображает выявленные и скрытые симптомы. Слева вы можете увидеть врача, который в настоящее время ведет пациента. Брукмур. Младший ординатор. У нее 2 врача из 5. 0 экстренности какой-то. Нету чего-то. Союз 1 доллар зарабатывает. В целом ее рейтинг 3 из 5. Но это по современным меркам очень хороший врач. Это панель обследования, где вы можете заказать обследование, чтобы выявить скрытые симптомы. Попробуйте сделать аллергологическую пробу для выявления скрытых симптомов. В итоге останется единственный возможный диагноз. Попробую делать пробу. Так, где ж мне... А, вот здесь можно нажать. А, вот. Доступное обследование. Ага, проба. Вроде бы что-то там прозвучало. Так, она пошла. А, и вот тут будет проба делаться. Прям самим врачом. Прикольно. Кстати, это максимальное приближение. Но детализация прям мега крутая. Прям смотришь все. Смотрится классно.
немножко обнаженки. Фиган ее протыкивает. Это такая проба. Развороты. Ускорение времени, кстати, в игре по ощущению нет. Что очень странно. То есть тут все будет довольно медлительно, скажем так, протекать. Ями-ями. Да уж, те озвучки, которые придумывают, чтобы типа, ну, скрыть язык, всегда забавно слышать. Какие они забавные звуки придумывают. Эти разработчики. Эти разработчики. Так, процедуры завершены. Заполнение процедуры завершены. Последняя была, да, проба. Пациент ждет вас, чтобы запланировать другое обследование или выбрать диагноз. Завершили обследование, которое вы получаете зеленым. А оставшийся это диагноз. Ага. Аллергический ринит. $100. Антигистаминные препараты. Возможные диагнозы. То есть мы ее проверили, и у нее 100%. Я должен, так понимаю, на это нажать, да? Теперь ничто не мешает нам лечить пациента. Вы можете навести курсор на значок выбранного диагноза, чтобы увидеть подсказку, которая предложит правильное лечение. Давайте выберем процедуры. Окончательный диагноз вот это. Антигистамин. А, внизу я выбираю препарат. Блин, ну конечно так. Тут очень много информации, на самом деле. Антигистаминный препарат. Хорошая работа. Первый пациент пролечен. В зависимости от выбранного лечения, ваш пациент будет либо вылечен, либо может вернуться позже с новыми симптомами. Жизненно. Давайте поможем другому пациенту. Давайте, кстати, я не против. Мне прям нравится пока что. Здесь еще игра подвисает. Вот и. Следующий пациент. Нажмите на пациента, который сидит в кабинете врача. Угу. Сразу будто бы на обследование. Вы, наверное, заметили ранее, что некоторые обследования недоступны серые. Для их подтверждения необходимы особые помещения и оборудование. Угу. Если навести курсор на значок серого цвета, появится подсказка о том, что не хватает. Сколиоз. Или вот это, рентген спины. Недоступно, лаборант, нужен лаборант для этого, понятно. В нашем случае нет помещения и лаборанта, чтобы заработал рентген. Помещения и лаборанта нет. Ну, там, правда, про это не пишут, но ладно, допустим. Врач, кстати, уже другая, да? Мэрива, или та же самая? Вроде другая. В игре есть всплывающие подсказки для каждой иконки и в каждой из категорий. Пока давайте быстро доработаем больницу. А, доработаем больницу. Окей, давайте доработаем. Сейчас. Все должно быть в порядке. Когда вы снова откроете карточку пациента, то сможете выбрать доступное теперь обслуживание. Ну да, вот здесь появился рентген. Да, и появился медработник, по сути дела. Рентген спины. Если вы хотите быть в курсе происходящего, вы должны держать пациентов под вашей опекой или наблюдать за ним. В режиме приучения одна и та же иконка. Угу. Сейчас пациент находится под вашей опекой, как нам и нужно. Карточка может быть забрана, закрыта крестиком. Эта карточка, ты имеешь в виду. Обследование займет некоторое время. Вы можете ускорить игровое время с помощью управления в середине главной панели. А, все, все-таки есть. Так, она пошла на обследование. Ну, то значит, все-таки не будет прям так медлительно все. Побыстрее. В принципе, можно максимально, думаю, ускорить. Процедуры эти, они такие... Так, всплывающее уведомление информирует вас о том, что рентген выявил симптомы. Лабораторная процедура выявила симптомы. Лабораторная процедура выявила симптом, как много написано раз. Сколиотические изменения позвоночника. Окей.
Будем способ получения уведомления, переключив его на окно или журнал в левом нижнем углу окна сообщения. Только вы закроете уведомление. Сообщение можно повторно открыть на панели журнала в нижнем углу экрана. Панель журнала в нижнем углу экрана. Панель журнала. Вот это панель журнала. Не похоже. Или вот эта панель журнала. Скорее всего, видимо, вот эта панель журнала. Уже печально, что не подсвечивают. Последнее обследование, проведенное, выявило скрытые симптомы, уникальные для болезни пациента. Если диагноз не был ясен, это подтверждение его со 100% вероятностью. Обычно проведение тестов, радиология, лаборатория — это наиболее надежный способ диагноза, но и их проведение занимает много времени. Вы можете закончить лечение пациента самостоятельно или положиться на выбор врача. Теперь, когда мы познакомились с основами, откроем клинику для приема, вылечите 4 пациентов. Вы можете проверить количество вылеченных пациентов. Зеленая цифра на основной панели. Ну да. Погибшие и серые, скорее всего, те, кто просто ушли. Ко мне идут люди. Так, она под моей опекой. Но вопрос, что ей назначать? А, сколиоз диагноз. Сколиоз. Упражнение ей нужно назначить. Упражнение. Фигаш себе вылечить несколько пациентов. Тут такая толпень пришла. Так, еще она будет, кстати, любопытно делать. Вот же она сидит, да? Идет она к врачу, написано. Ага, прям сейчас ее прием. Платеж 400... А, вот, врач говорит. Руки вверх и нога тоже вправо. Завершены процедуры для обследования пациента. Запланировали процедуры. Так, последнее было упражнение. Пациент ждет вас запланированное другое лечение или отправить его домой. Боли в спине, бедняжки. Мышечная слабость. Вообще, капец, как неприятно. Я могу это обследовать или уже все? У нее типа сколиоз и пофиг. Тут лечение НПВП. Низкий. Что значит низкий, кстати говоря? Средний. Подавлен. Угу. Ощущение слабости в некоторой группе мышц. Некоторая группа мышц. То есть я могу еще и назначить ПНВП. Нестероидные. Ага, для лечения различного воспаления, снятия боли. Необходим кому-то. Какой кабинет? Кабинет общей диагностики. Блин. Ну, тогда можно ее отпустить. Вопрос только, как ее отпустить? То есть, что я должен нажать, чтобы она, типа, все, можешь идти домой? Или чтобы она обычный пациент под опекой, избранный пациент? Пациент под опекой. Угу. Пациент под опекой, избранный пациент. Типа, если я нажму это, то все. Да, ее врач, в общем-то... 400 бачей, так сказать, выложила и пошла домой. Ну, типа, пока счастливая. Да, так. Я думаю, что тебе помогли, входишь всегда более-менее счастливым. Забавный эффект. Забавный. Это почему-то мне не дают выделить. А. Мэри Тейлор. Три скрытых симптома, и у нее есть зуд. Зуд — неприятное ощущение раздражения, которое выражается в острой потребности потерять или почесать некоторые участки кожи или слизистой. Физикальная диагностика, антигистаминные препараты. Ну, типа, если я ее беру под свой контроль, что-то меняется? Да ничего не меняется, наверное, да? Ну, в принципе, также знаем, правда, всю херню. То есть я могу как и сам пытаться заниматься пациентами, так и оставлять их просто на врача. Давайте немножко ускорим, она ее обследует. Завершены. Последняя была физикальная диагностика. Пациент ждет вас, чтобы запланировать другое обследование, выбранный диагноз. Угу, другое обследование. Кожаный дерматит.
Да, в принципе, все выявлено, да? Получается, что? Опять же, антигистаминные препараты. Как все классно. Все, дальше пускай врач с ней разбирается. Все, таблетоса, 100 бачей. Довольно дешево. И еще один пациент. Два вылечено. По сути, я могу, получается, ничего не делать. Она сама может все это делать, да? Давайте просто ускорим. Максимально. И посмотрим, как она обследование занимается. Да, таблетки 100. Типа вылечен. Ну, понятное дело, что не вылечен, но просто препараты, чтобы снять симптомы. Потому что врачи не лечат. Они выписывают препараты для снятия симптомов. Подождите, у вас получилось. Спасибо вам за помощь. Дальше мы справимся сами. Я думаю, вы нужны в другом месте. Окей. Так, я теперь могу выбрать урок номер 2. Дальше испытания. Офигеть. Компания, испытания. Что ж, давайте дальше продолжим. Интересно. Роджер Госпитал. Фига, тут, конечно, под хирургия. Сразу две. Да, весьма плотно все. При этом везде стекла, кстати, есть. Предбосс, мы знаем, что вы занимались не только диагностикой, вы также отлично справились с строительством больницы. Еще бы я мастером все руки. Так что добро пожаловать на этот прекрасный участок, который мы недавно приобрели. Немного освежим информацию о том, как построить и оборудовать вашу собственную больницу, какие есть вариантики. Хорошо, давайте построим небольшую симпатичную клинику. Перейдем в строительный режим. Вы можете нажать кнопку в левом верхнем углу экрана или просто нажать клавишу F6. Первый важный шаг — это закладка фундамента. Инструмент для закладки фундамента уже выбран. Выделите площадь, чтобы разместить как минимум 3 комнаты. Например, 20 на 20 клеток. Например, 20 на 20 клеток. Знать бы, что здесь 20 клеток. А, ну, наверное, она отсчитывает. 20 на 20 клеток. Окей. Вот тебе 20 на 20 клеток. Минуточку, 20 клеток. 20 на 20. Отлично. Вот краткий обзор. Существует 5 основных категорий. Фундамент, конструкторы, полы, двери, окна, предметы и шаблон. На комнат. Каждая категория подразделяется на подкатегории. Не забывайте, что для каждого предмета есть подсказка дополнительной информации. Теперь, когда у вас есть место для строительства, нам нужно разработать план этажа. Основной блок любой больницы – это отделение неотложной медицины. Выберите режим управления, чтобы увидеть, какие комнаты необходимы для этого отделения. Комната ожидания, кабинет врача необходимы и уборная. Комнаты бывают обязательными, красное число и дополнительно зеленое число. Давайте разместим по одной из следующих комнат: кабинет врача, комнату ожидания, туалет, так как они необходимы для клиники. Ага, давайте. Только здесь еще непонятно, сколько нужно этих вам. Дышать нечем. Где-то вообще. Так, F6. Ну, давайте попробуем F6. Итак, стены, конструкции и полы. Цены разные или все заодно? $10. 10. 10. 10. 10 тоже должен стоить стену. Забавно. Построил. Отлично. Когда стены иногда не требуют для работы комнат, но некоторые предметы можно вешать только на стену. Понял тебя. Вы можете выбрать цвет стены, а также строить стены по линии или прямоугольникам. Различные варианты и инструменты всегда отображаются в нижней части. Ага. Вы также можете строить различные типы полов.
двери и окон. Не забывайте ставить двери так, чтобы комнат в комнате самого здания можно было войти, когда будет дополнительное. Ну да там. Нажмите далее. Так, а двери у нас это конкретно вот это, да? Вот это окно, окно, жалюзи, стена, дверь в уборную. Уборную. По сути, вот у нас уборная и дверь. Запретная зона. Беззащитная дверь. Чего? Дверь с... О, дверь в рентген-кабинет. Ничего себе. Белая дверь. Давайте здесь будет достаточно белые двери. Кабинеты. Теперь сразу на обстановке. Просто нажмите на пол любой из комнат. На панели показаны мебель и оборудование для этого помещения. Обязательно оранжевый. Обязательно оранжевым или рекомендуемый желтым. Для обязательных элементов также показываются и альтернатива. Например, все шкафы с оборудованием, но понадобится только один. Можете выбрать объект, нажав R или SKM. Так. Обязательно оранжевым. Да, если честно, здесь будет вот это типа подсвечено оранжевым. Офисный стол и офисный стол. Понял. 1,99 стоит, второй 199. Ну, давайте. Так, крутить как-то можно? Ага. Так, урна. Шкаф с оборудованием. Так, я все разместил, все что мог, все что можно было. Теперь наша задача — нанять врача. И выберите внутреннее игровое обучение. Найм персонала. Выберите режим управления. Что-то по рабочему месту. Чего? Выбранный комнат слева показан. Смена. Рабочее место. Ты про стул имеешь в виду или что? Это режим строительства. А может мне нужно уйти из режима строительства? Как уйти из режима строительства? Нужно вам профессию. Ага. Нет работников. Страхование, займы, пациенты, бытие. Давайте доступных сотрудников. Выберите наем персонала, следуйте. Ну, тем, чтобы нанять врача. Только обучение по найму, оно никак меня не обучило, что забавно. А, вот, наконец-то. Комната ожидания. Ну и чё дальше? А, вот. Да, местами не очень удобно. Врачи Нэнси Кинг. Ни хрена ж себе имя. Женщина 66 лет. Практика 39%. Ну, типа, больше старости, но и больше опыта. Хотя, тут 49, имеет 49% практики. Неотложная помощь также. Продвинутая диагностика, ну, понятно, ей 58. А что значит этот значок
Скрытые перки. Так, ну как нам мне тебя нанять? Окей. Совет обязательной профессии выделен на красном. Но не, эта профессия у всех есть, окей. Next, особенности. Какие же? А, типа я ее нанял. Бля. Теперь больница принимает пациентов. Окей. Плюс несколько отделений, вы можете перелезть между ними с помощью кнопки F7, допустим. Так. Тут сотрудники, я так понимаю, не нужны, да? Как и тут, по сути дела. Окей. Так. Для работы отделения радиологии. БРТ. Неудобно, неудобно. Вот это уже неудобно сделано. Где я должен понимать, что МРТ, что не МРТ? Что происходит? Смотрите, какие помещения нужны для работы радиологии. Стройте их и оборудуйте, и наймите персонал. Со всеми предупреждающими красными значками надо разобраться, чтобы отделение работало. Что это? Рентген нужен. А у нас 10 тысяч. Неплохо. Ну, по шаблон выглядит куда, конечно, удобней, чем я сам буду тыкаться. Все-таки это весьма и весьма долго. Видишь, что дверь не на том месте. Или мне это лишь... А, нет, дверь есть вон. Ну, все. Я построил. Все необходимое готово. Или тебе нужен еще один кабинет радиологии? Тебе нехуй делать, видимо. Или что происходит? Кабинет УЗИ. Сомневаюсь, что шкаф нужен вам. Говорю, что он сюда не поместится. Ну... Наймите персонал. Так, видимо, вот это нужно. Кандидаты радиологи. 362. Сова. Эффективное очевидение, понятно. Быстрый метаболизм. Тут свободное время для обучения. Ну, давай.
Или я должен в оба теперь закупить? Ну давай, у нас еще ночной работник будет. Все. Стрелочка мне себе показывает. Целых два кабинета. Нахрен нам, они нам нужны, конечно, я не понимаю, но ладно. Откройте радиология. Откройте радиология. Это просто домой ушел. Повезло. Видимо, работаю ночью, не просто так было сказано. Больница принимает пациентов. Хорошо. А вход в больницу-то где? Если она принимает пациентов, я только что-то подумал. Ну он типа взял, просто вышел здесь. Странно. Мебель. Видимо, он мне не хочет засчитывать задание с радиологией. Или вы хотите, чтобы я вот так вот сам типа все построил? Протыкал там условно. А вот офисный стол. Офисное кресло. Пекарня. Ну все, это все было основное, что здесь можно построить. Квадратный стеклянный этот стол. Ширма медицинская. Ну все, дверь только остается. Вроде в рентген была дверь, в кабинет с рентгена была своя. А, здесь стены-то я убрал. Все. Пускай зачем-то двойные будут, не знаю зачем, но... Правда, они по-другому построены у нас. У нас будет тоже по-другому. Все.
Я понял, ты тыкаешь. Отсутствует оборудование, загруженность, днем пуст. Может, оборудование отсутствует, если я его поставил? Что вы от меня хотите, черти? А, антиграф. Блять, вы что, серьезно? А. Вам не нравится, как этот антиграф стоит, я понял. Не по-графски. И панелька. Пишут, что вот куда-то сюда ее надо поставить. Нет. Как развернуть эту шляпу? Так, ее же я должен ставить. Вот куда ты хочешь, чтобы я ее поставил? Куда? Ни одна правильно не стоит. Все? Правильно? Найм персонала, вы женщина. Найм второго персонала, вы женщина. Тоже нужен второй персонал, похуй, нанимаем всех. Всех просто нанимаем. Просто всех. Эта дверь, что ли, неправильно установлена? Или она красная сама по себе? Так, ну... Да. Короче, не хочет игра мне давать дальше что-то делать. Отсутствует необходимое помещение. Как это, блядь, я два построил? Как? Как? Как не может не хватать? Че, ёбанулись, что ли, блядь. Не знаю. При этом они вроде как даже работают, но двое уходят, потому что они на ночную смену работают. Давайте ускорим время, может, пациенты появятся. Откройте радиологию. Открыл, блядь, радиологию. Забавно, что врач при этом сидит не за кабинетом, хотя никого нет. Да, давайте купим машину скорой помощи. Вопрос, где она должна находиться, эта машина скорой помощи?
Наш не будет находиться в здании. Парковка для машин скорой помощи. Логично, кстати говоря. А, она еще не разблокирована, даже банально. Ну что ж, друзья, вот третье обучение, но в принципе, я думаю, можем-то и закончить. Занимаем. Мы знаем, что вот талант, который даже плохо освежить. Попробуем рассмотреть управление больницей. Почему-то, не знаю, какой-то баг, глюк был, я словил. Тут радиология, кстати, есть, к примеру? Нет. Судя по всему, тут нет этого. Вроде бы как. Блин, как же много здесь комнат. Вроде, да, лифт есть, значит, второй этаж есть. Этот режим показывает всю информацию о выбранной вами отделении, назначенном персонале комнаты. Он также служит контрольным списком для обеспечения работы отделения. Можете выбрать, кто будет заведующим. Будьте осторожны с выбором. Он может оказать большое влияние на общую продуктивность ваших сотрудников. Заведующий. Ну, типа, легко. Типа, легко. Тыкаешься легко. Брать высшие категории. Угу. Ведущий специалист. По сути, врач высшей категории. Вот что значит звездочки под ними? Давайте пускай будет ведущий специалист. Далее. Важным параметром диагностики является уровень точности постановки диагноза. Он определяется, насколько тщательно врачи выбирают окончательный диагноз и насколько тщательно они ищут скрытые симптомы. То бишь мы можем повышать точность. Значение точек будет использоваться для определения диагноза. Забавно. В чем логика, конечно, пока непонятно. Рабочее место состоит из стола, стула. Ну, в том плане, что нужно выбирать определенно самый лучший вариант. Стула, если все размещено правильно, они отобразятся в режиме управления через рабочие места. Вы нанимаете сотрудников, отображаются как дневная, так и ночная смена. И давайте посмотрим, как нанимать персонал. Что-то не по-любому пустому рабочему месту без портрета. Вот здесь, допустим. Есть 4 категории персонала. Врачи, медсестры, лаборанты и уборщики. Вы можете увидеть их уровень опыта. Навыки и их требования к окладу. Перки персонажа могут оказать сильное влияние, но чаще всего они скрыты. Врачи. Продвинутая диагностика. Уже недоступна. Если вы недовольны кандидатами, кадровое агентство сразу все присылает вам новый список. Обновление или что? Ну, не знаю, видимо. Вы нанимаете сотрудника, щелкнув по его портрету, также карте сотрудника вы можете назначить ему любое рабочее место, после того, как вы наймете сотрудника. Вы ведь и роли ему доступны на его новом рабочем получите месте. Ох, бабулька! И батьке платить надо, охренеть. Хотят, чтобы я нанял ее. Жизнь открыта ночью. Теперь клиника принимает пациентов в режиме 24 на 7. Юх, а, я на ночную смену, потому что нанял бабулю. Раньше бы она в конце концов точно откинулась. А вот же двери, кстати, вход в больницу, вот. В игре все-таки есть двери, как таковые. Давайте получше приспособиться к вашему персоналу. Откройте любую из карточек вашего сотрудника. Что значит любую из карточек вашего сотрудника?
Вот здесь нажать. Ага. Кажется, друг обладает разными параметрами, уровнем, навыками и специализациями. Для лаборантов предусмотрено 3 уровня опыта. Для докторов 5. Разные специализации становятся доступны сотруднику по мере повышения уровня. Кайф. Навыки неизменны для каждого типа персонала, но улучшаются при их применении. Вы можете узнать больше об отдельных навыках во всплывающих подсказках. Специализации дают возможность работать в определенных отделениях или комнатах. Позволяет сотруднику выполнять определенные обследования или процедуры. Врач может иметь одну или две специализации. Первая позволяет выполнять основную работу в отделении и доступна для младших ординаторов, уровень 2, которые обычно связаны с хирургией или обследованием доступа ведущим специалистам уровень 4. Роль сотрудников позволяет контролировать, какие задачи разрешено выполнять каждому сотруднику. Таким образом, вы можете убедиться, что у вас есть сотрудники, когда они действительно необходимы, например, для хирургии. Давайте ближе познакомимся с инструментами управления всей больницей. Открыть карточку управления больницей, щелкнув по любой из категорий на своей панели. А, тут хотя бы показывают вроде как. Скорая помощь. Карточки вы найдете 5 категорий статистики отделений. Скорая, бюджеты. Заглядывайте сюда как можно чаще. Здесь вы увидите, как повышается эффективность больницы. Денежки, все дела, да. Да, типа займы, бюджет. Далее. Самое интересное, наша больница в отделении необходимо стационар. Переключитесь на управление отделением. Выберите отделение общей хирургии. Переключитесь на управление отделениями. А. Тот самый значок, который в прошлый раз не работал. Проверьте, какие помещения отсутствуют в отделении общей хирургии. Постройте их. Это ординаторская. Мне нужна хирургия. А, вот это хирургия. Ну и где у меня хирургия? А зачем мне ординаторская, это ё-моё? Мне нужна хирургия. Вот такие помещения отсутствуют в отделении общей хирургии. Обычная, кабинет общей диагностики. И вот снова игра не знает, что мне... Что от меня сделать. Я что-то не понимаю. Операционная. Все, что красным помечено, это операционная или что? Непонятненько. Ладно, друзья, тогда на этом и закончим, раз игра не очень хочет быть понятливой. Хирургии 0 из 1, да, только я даже тыкнуть не могу. А мне почему-то тыкают на вообще ординаторскую. Ну ладно, если меня тыкали, даже пускай мне тыкают на общий некий показатель всех кабинетов, я понял. Но где здесь хирургия-то? Комната для посетителей, УЗИ, ЭКГ, ПИН. Палата, интенсивное наблюдение. Мне это пост, общее, все это хуйня. Мне нужен... Мне... Задание по ебучей хирургии. Где ваша хирургия? Вот это хирургия? Пустой кабинет? Что вы хотите от меня? Ну и ничего не нужно, значит. Ладно, не знаю, как в эту игру играть, конечно. Почему-то она сама не хочет, чтобы ты к ней... А, вот, кстати, да, рентгены есть. Не знаю, почему-то она сама не хочет адекватно работать, к несчастью. Может быть, я просто что-то сам не то нажимаю. Все возможно. Ни хрена ж тебя тут страниц, ёб твою мать. Но при этом ничего как бы вот нету.
что ж, забавная игра, выглядит прикольно, но походу тут нужно как-то, не знаю, ультра сильно разбираться в ней и что-то как-то понимать, потому что я вроде как стараюсь делать то, что нужно, но не хотят мне ничего давать, продвигаться. Каталку, суки, вот вам. Ладно. Ладно, ладно. Поэтому рейтинг этой игры я бы поставил... рейтинг интереса еще, что это не обзорная оценка, в том плохая, неплохая. Это просто рейтинг интереса в нее играет, наверное, будет 0,5 баллов. Потому что, ну, опять же, ну, включить игру, просто вот так вот смотреть сторону в сторону, в этом, конечно, никакого интереса нет. А сама игра не дает возможности что-то в ней делать. Она требует, она показывает, что тыкни сюда, я тыкнул сюда, и теперь он меня тыкает на ординаторскую. Что нахуя мне нужна ординаторская? Что вы хотите, чтобы я ординаторскую сделал? Строил сюда. И зачем мне открыто строительство? Я так понимаю, строительство у меня открыто, да? Я могу все сделать в этой гребаной игре ординаторской. Нет рабочего места. Пошел нахуй. Сотрудник. Так что меня бомбануло под конец, увы. Но бывает, видимо. Ординаторская, требуется, нет людей. Все. Что ж, если вы в этой игре разобрались, она вам не нравится, мне никаких, нет никаких вам претензий. Я за вас рад. Можете написать, в чем я, может быть, лох и так далее, может быть, и гений. Но это навряд ли. Как правило, на Ютубе... Хотя, не, жополизов хватает. Но это популярных блогеров. Вот. И вам всего хорошего. Будьте здоровы, ведите здоровый образ жизни, чтобы не нужно было ходить к врачам, которые, ну, такие себе в большинстве случаев. И играйте хорошие игры. В них мы с вами увидимся. Всем пока.